Че, тянешь? Пытаюсь. Только я почему-то качу этот самый, ее саму. Ты эту самую не то схватил, не там тянешь. Во. Во. Во, да-да-да-да-да. Надо перехвастаться, вот что. Нормально так работает. Вот сейчас да. Вроде сильно. О, вот сейчас до предела она натянула. Давай. Давай, я хочу тоже полетать. Давай. Запрыгивай. Тут забыл бы запрыгивать. Куда поехал-то? Смотри, показывай, как запрыгивать. Берешь и там. Опа! Тихо, стопэ. Да вот, бля. И полетели. О, может вдвоем полетим? Можно отсюда дернуть? Я дернул, но не отпустил. Я перелетел. О, подожди. А тут можно стену сломать, нет? Да. А, видишь, тебе надо разбомбить стену. Он, похоже, разрушается. Разрушаемая. Надо было вначале стену разрушить камнями. Что-то у меня нога, блин. У меня с ногой что-то проблемы какие-то. Давай я сейчас вернусь, мы ее разбомбим эту нахер стену. О! Ворота. А, ворота открыть можно. О, я открыл. Я открываю ворота, смотри. Опа, так. По идее, смотри, можем просто взять и через ворота пройти. Опа, да. Ай, блин, надо было изнутри засов-то вытащить, пока я был внутри. Да, там внутри засов есть. Ну да, я снял засов. А, ты перелетел, а как ты перелетел? Ну, когда пульте так же, как и ты. Сам себя запустил? Ну да. Так видишь, у меня ноги нет, я теперь инвалид. В смысле инвалид нет? Войны. Подайте инвалиду, молодой человек. Как у тебя? Чего у тебя с ногой? Ну, видишь, у меня ноги нет. Подайте, молодой человек, подайте. Давай все-таки давай разбомби, мне чисто хочется стену разбомбить. Давай. Хоть мы и ворота открыли. Ты что, свалился? Я хочу, чтобы мне нога... О, помогло. Слушай, мне кажется, можно еще вот это вот. Видишь, там с той стороны стоит такое, типа Стоунхенджа. Да, и чё? Видишь? И чё? Так, может, его тоже можно разбомбить? Ну, не знаю. А зачем? Просто так. Не, здесь, видишь, стена, она, видишь, она кирпичками такая, да, сложная. Да, стоп... вижу. Я в нее уже попал. Она для разбомбливания. Ну, а это тоже можно, наверное, разбомбить. Еще я вижу колокол. И в него надо, я помню, надо позвонить. Для ачивки. Но мы отсюда не попадем в колокол. Не, надо подняться будет туда. Я так понимаю. Туда, наверное, подняться можно. Тут водопад есть. Вот. Вот это я сильно, наверное, зарядил. Он перелетит. Наверное, надо было слабее. Да? Подожди, давай я ослаблю. Давай. Давай, я готов, я держу камень. Так, надо в какую? В эту сторону немножко. Ой, я вот так вот я с камнем в руках полечу. Это будет прицельный бомбометание. Давай, да, ты лети и на лету сбрось его. Ой, полетели. Блин, что-то слушай, она обратно-то не крутится. Она только может. Ну да, она зарядиться. Там же это стопоры стоят. Поднимай. Уууу, бум. Вот.
Прямо в основании. Ингриберт такой. О, тут еще одна катапульта есть внизу. А че вообще тут с той стороны? Слушай, Витька, тут много места. Mm-hmm. Или нам туда потом надо, не знаю. Ну потом надо. Там можно не перехватываться, можно одним этим самым крутить. Вверх, вниз. Вот, да, вот так вот. Ну вот нас. Ой, блин, да. Опять что ли по максимуму? Не, не совсем по максимуму. Че, полетишь? Я хочу камни забросить. Можно и самому полететь, да? Можно с камнем, да, вместе полететь. Ну давай, да, все-таки как аттракцион. Сам полетаю тоже. Охота тоже полетать. Отпусти меня, отпусти меня. Или смотри, ты можешь одной рукой держать камень, а второй меня. Давай, запускай нас. Готов? Готов. Бух! Камень-то мог бы и опустить.